я в школе учился при старом монастыре. Вел тихую жизнь, учился, молился, не думал о том, что извне. Но как-то раз израненный рыцарь приехал на белом коне. И жизнь моя круто переменилась, я мчу на его скакуне. Защищай честь, не жалей кулаков, так же не жалей, не верь в трактире. Защищай честь и свой дом от врагов, как последний рыцарь в этом мире. Храмовник и долго меня обучал, показывал, как ведет себя рыцарь и как соблюдать ритуал. Но эта наука была мне противна, я жаждал перов и утех. И ноги несли меня прямо в таверну, где ярко сиял мой господин. Защищай честь, не жалей кулаков, так же не жалей, не верь в трактире. Защищай честь и свой дом от врагов, как последний рыцарь в этом мире. Но что ты за рыцарь? Может сказать каждый пятый дурак. Ходить в поход, тот главный за веру. Да, я не мастак, но ведь не ведь я знаю, что хочет жизни каждый из нас. Быть первым в любви и главным в таверне, да смертью на равных борясь. Защищай честь, не жалей кулаков, так же не жалей, не верь в трактире. Защищай честь и свой дом от врагов, как последний рыцарь. Защищай честь и жалей кулаков, так же не жалей, не верь в трактире. Защищай честь и свой дом от врагов, как последний рыцарь в этом мире.